Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Приняли решение расстаться, но живем еще вместе, пока квартиранты не освободят мою квартиру. Пытается он общаться, забирает с работы, интересуется, я почти не разговариваю, завершаю быстро диалог. Означает ли это, что мужчина придумал о своем решении расстаться? Нет, не означает. Это может быть и вежливость элементарно. Ну, то есть человек может это делать из вежливости. Да, вероятность этого довольно низкая. Вот. Вы будете правы, если, ну, если скажете, что это чушь, что вряд ли. А я не буду с вами спорить. Вот. А вы сами, как мне кажется, можете ответить себе на вопрос. А, ну, может ли мужчина вот, делать, ну вот, то, что он делает, из вежливости. Если ну, для него, да? А если для него это свойственно, то есть вот, если вежливость для человека это не пустой звук. Или если он вот такой достаточно обязательственный, ответственный, вот, то, ну вот, скорее всего, он это делает из вежливости. Я, то есть я бы не стал бы говорить однозначно о том, что он передумал. Ну, чтобы и вас, да, вот, как-то вот не обнадеживать. Или наоборот, не настраивать против, потому что действительно, ну, в какой-то степени сохраняется проблема того, что мы не знаем, чего хотите вы. Вот. То есть вы вроде бы говорите, что решение расстаться приняли вы вместе. Да, ну вроде бы. Но спрашиваете, а правда ли вот что мужчина передумал? А вы передумали? Ну вы сами. Просто на мой взгляд это куда более важно, чем то, что мужчина делает. Потому что если вы передумали, тогда непонятно, почему вы, ну, зачем, точнее, вы, ну, быстро завершаете диалог, да? То есть, для чего? Такое ощущение, что вы его наказываете. Ну, типа, чтобы показать,
ему, да, что вот я с тобой не общаюсь, вот, ты мне не нужен и так далее. Вот. Поэтому в этом смысле мой коллега, вот, Кутрышев Игорь Леонидович, вам довольно четко и лаконично ситуацию описал. Вот. Что, ну, как бы, интересуетесь вы несколько не тем. То есть вам нужно интересоваться больше в этом смысле, ну, собой. Вот, а не вашим партнером. Вот. И отталкиваться желательно. Тоже от ну, себя, вот, от того, что вам важно, а не от того, что думал или придумал мужчину. Ну, вот. Так что, может быть, вы расскажете нам о причинах расставания. Может быть, вы поделитесь с нами историей, вот, из-за чего вы расстались, и такая ли серьезная проблема у вас, да, что вот нужно расставаться. Уверены ли вы, что ее нельзя решить, ну, по-другому, вот. То есть уверены ли вы, что других способов нет? Вот. Здесь, мне кажется, все зависит от вашего желания и вот, ну, знаете, я бы сказал, творческого подхода к ситуации. Вот. Но решать это уже в любом случае вам. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.